ровно надо, чтобы все было. Надо, чтобы ровно. Натягивай. Да, натягивай. Ну, отходи назад, назад, отходи. Причина вы приложили. Ну, сейчас, смотри, ты сейчас можешь там свой телефон достать? Я сейчас хотел по камеру попробовать на штатив поставить и посмотреть, как она будет удалось. Я с собой взял, конечно. Похоже, должны Денис, там Петр, Оля все подъехали. По идее. А можно занять не один, как буду вот так вот сгибать? Ну да, не знаю, из папки. Не забудьте дать немного. Ну, вроде все. Должна выдержать. Что ты задумал, Серега? Задумал хороший сегодня удар будет провести занятие.
трепухами доволен сейчас. Надо подстраховаться. Ну и плюс у нас мысль, ну как бы Артем такую задумал телеграм, как это называется? Телеграм-канал. Телеграм-проект, канал, да. Я уже процесс воплотил, о, он уже воплотил. Уже в процессе все нормально идет. Поэтому да, поэтому еще хотим, приобрели вторую камеру, хотим снимать хорошие репортажи и бобо, боевые ботаники, чтобы нам с Москвы из Москвы приехали. Да, чуть, не надо ехать. Не надо? Надо. Они к ним обычно ездят. Мы сделаем так, что они приедут, Александр. Это же телеграмма Артема скрутил. Там есть там еще 3 миллиона комментариев. 3 миллиона бутов. 5 миллионов просмотров ежедневных и 3 миллиона комментариев. Да, поэтому Бобо к нам приедут. И 1 миллиард подписчиков. И 1 миллиард? Подписчиков. Всего лишь пока миллиард подписчиков. Так долго. Осталось еще 2 подписания. Еще 2. Какие 2? Еще 6 осталось. Да, плюс Мишке подарят, да? И да, и всем подарят. А да, надо Артем больше на китайском языке выражать в комментариях. Кстати, на китайском освоить. Там хотя бы один из диалектов. Там больше всех. Но у них свой интернет. Там еще чуть-чуть. Это для раскрутки надо это, Артёмке написать, разыгрываю Гелендваген. Да, да, как бы сильно вкладывается. Ну хотя бы Гелендваген, хотя бы месячный абонемент на занятия. Носоковыряли. Носоковыряли. Я хотел на серединку бабки, я не то. Присел. Приложение, какой камеры? Это которая конкурсная, оригинальная. Камера сейчас купим. Сумка. Маленький сумка. Это Play Memories Online? Конечно, нет. Вот это мне не подходит. Другая. А, вот это, не подходит. Это мне не подходит, вы пишите. Телефонный пакет. Выставили, что приз копия акции Газпром. Да. Полный пакет копии акции. Да. Банка денег прикол. А ты что, я по-любому? Ладно, я долго. Как раз, когда он очень сильно переживал, пришел. Но он, правда, флешки чуть зажил. Нет, сказал, что завтра. Когда вот мы были в дружбе, он такой говорит, на, возьми, когда вот так вот иди, а там вот возьми. Ну, я по-честному. Не, ну, он не спросил, все я. Не, я просто, не, я хочу положить, я забыл. Это же как бы напоминать ему, я сказал, у тебя возможность. Два раза, три, на три, потому что здесь. Ну вон он уже. Приземлил. Приземлил. Так. Это включение, это рек не надо нажимать, это меню нажимай. Вот на вон ту переводи. Вот сюда. Вот сюда. Да, и вниз. Еще там будет вай-вай. Ну да, удобно использовать достаточно. А там с той стороны две. А, ой, там, есть, да. Там да, тоже все, экран, все есть. Что я не виделся до этого. Но прикол, вот это снимает лучше, чем вот это, представляешь? И для этой разъемы, для микрофонов, для всяких. Какая интересная. Может быть, они, знаешь, бывает иногда производитель новые вещи выпускает, и он специально урезает их функционально, чтобы iPhone 10V выпускать или там. Ну, про Sony я такое слышал, что они первые свои штуки запускают максимально прокачанные, а потом начинают, чтобы... Да, да, да. Чтобы люди не это, не думали. Не кошки, дураки. Ну что, автоматически выключаешь? Через
через 60 секунд. Что, он настроил? Давай я сделаю. Да нет, я нашел. Ну типа это, управление задался. Да. Там да, там включить. Ты включил Wi-Fi? Да. Ну и все, да. И стрелять телефон. А пароль как? А у тебя же, ты же подключался по QR-коду, что ли, там? Да это я... Какого? Ты чё? Там QR-код же на этой линии. Нет, я такого... Не-не-не. Пароль сейчас. Сейчас скажу. Вот это, наверное. Нет. Пароль нет. 96X0. Да. Пароль. Нашли вот. Пароль. Не нашли бы мы пароль. Вот. Либо по вот этому коду, либо по тому паспорту. ЖЖ там что-то. Паспорт.